50 тысяч плюс, вот орден звезды, продают, хотят, по крайней мере, видите, вот когда выходил, там он стоил, там в этих банках 25 тысяч, короче, это 3 рубля 24 года, ну, серебро 31,1, там тираж 3 тысячи, что, если не ошибаюсь, вот, там по 25 тысяч давали, вроде как, там, своим, не своим, я не знаю, что тут происходит, потом разогнали его до 50 тысяч, или до 60 тысяч, я не знаю, что. В общем, непонятно. Но вот на сегодняшний день имеем то, что мы имеем, друзья. Сделано красиво, неплохо. Орден Красной Звезды. Вот такая вот монета. Серия новая вышла. Новая монета. Вот. И цены, короче говоря, непонятные. Упадет, вырастет. Вот. С такими же сериями можно там купить, не знаю, с тиражом 3000, там за 5000 рублей монету. А какие-то там 50, какие-то 100, тут не поймешь, короче, что это такое. Вот, в общем, на сегодняшний день вот там 50 плюс. Ребята приходили, их там даже по 25 покупали, по 28 тысяч. В общем, непонятно то, что непонятно. С чем это связано, тоже не знаю. Ну, вот, как-то так. Всем удачи!